завтрак, кофе 200 мл и 2 ложки сахара. Вот такой вот сытный завтрак. Вот такой будет обед из этих ингредиентов. Один хлебец, сырок «Волна» и одна сосиска докторская. Ни одно животное не пострадало. Вот такой шикарный ужин. Кофе и рассольничек. Здесь один Аполлоник, ну это где-то 200 мл. Урезанная порция того, что потребляешь обычно. Ну и вот такой вот хлебец еще. Ржаной. Вот это вот и будет моим ужином. Хороший рассольник, домашний. Подходит очередной день к концу, четвертый. Вот. Находил я, конечно, очень мало сегодня. Хотелось больше 20, но не сложилось. Возможно, завтра, ну, даже невозможно, завтра, наверное, будет больше намного. Вот. Что хотелось бы сказать. Приложение счетчик калорий довольно-таки веселое. Отображает все, что угодно, даже вплоть до того, что можно по ингредиентам сосиску, супы разбить, ржаные хлебцы. Все находит, в принципе, по интернету. Калорийность более-менее совпадает. Ну, где-то в пределах 1 килокалории там разбегаются. Вот, а так, в принципе, нормально работает. Сейчас у нас 22 часа. 17 485 шагов. На улице потеплело немножечко. Но сейчас уже 9 градусов мороза. Завтра обещают в районе 7 будет днем. Вот. Подписываемся, ставим лайки. Можете добавить в друзья. В приложении MiFit я выставлю ID свой и этот самый RQ-код. Вот, кому интересно, можете наблюдать, мониторить количество шагов, сколько я прошел, данные мои. Вот. Добавляйтесь в друзья в приложении MiFit по этой ссылке. Thank you.